Ну а мы переходим к следующей паре. Абдрахманов Мелисбек против Саята Бузубаева. Весовая категория 77 килограмм, его рост составляет 174 сантиметра. Мастер спорта по боевому самбо. Мастер спорта по валитудо. Чемпион Кыргызской Республики по ММА. Чемпион WF 3. Команда УВД ОШ. Тренер Нуранов Нурлан. Боевой псевдоним Белфорд. Орская область. Ноу-хат. Встречаем. Абдрахманов. Мелисбек. Его соперник. В красном углу. Уроженец города Алматы. Казахстан. Чемпион Казахстана по джек-пи-джек. Профессиональный рекорд. 2 победы. 0 поражений и 0 ничьи. Команда Golden Team. Тренер Ислам Куаныш. Встречаем Бузубаев Саят. Саят Бузубаев против Мелисбека Абдрахманова. На сей раз кыргызско-казахское противостояние. И действительно боец из Алматы. Довольно опытный чемпион Казахстана по джек-пи-джек. 2 боя в своей профессиональной карьере в ММА провел, оба боя выиграл, и Абдрахманову Мелисбеку будет довольно сложно. Вот здесь Саят первый выпад сделал, боковой слева, в итоге сам подскользнулся, упал на настил и сразу перехватывает инициативу Мелисбек. Сейчас он сверху, очень активно начали. Но мы видим, как катаются оба по настилу. Саят сверху пошел в атаку, взял руку в захват. Но ожский парень тоже очень непрост, не дает буквально шанса. И казалось бы, вот здесь есть возможность взять руку в захват, но он резко вырывается. Ну, мастер спорта, что еще скажешь. Очень достойные соперники встретились. И будет интересно посмотреть, кто же в итоге окажется победителем. Действительно, настил мокрый, и бойцы скользят. Это очень мешает. Но ничего не поделаешь. Красочный эпизод сейчас был. Саят на ногах поднял оппонента, и что позволило ему не получить прямой удар в лицо. А так шансов было бы мало. 3,5 минуты. Мелисбек сверху. Вот Абдрахманов начинает колотить своего оппонента. Прижал к октагону, к сетке. И неплохой удар прошел. Саят поднимается. Здесь у края октагона, вы видите, да, идет дождь, и бойцы мокрые. От дождя, конечно, тяжело защититься на открытом пространстве здесь. Попытались такую своеобразную палатку сделать, накрыть все это шатром. Но подобные строения, конечно, не спасают капризной погоды, которая случилась в этот вечер. Но отменять подобный ивент, конечно, никто не будет. Тем более, что мы видим, что болельщикам это было очень интересно, несмотря на погоду. Собралась огромная толпа поболеть за своих, посмотреть на других. Саят, очередной боковой выпад. Мелисбек неплохо защитился, сейчас возвращает. 3 минуты первого раунда. Здесь опять подскальзывается. Здесь уже все, нужно как-то что-то делать. Да. Побежал рефери защищать Бузубаева. Тут жалуется, что слишком мокро уже. И нужно протереть. Выходят ребята, сейчас этим займутся. Да, вот, на повторе вы увидите. Как будто бы по льду ходит. Ну а Абдрахманов хитро пытался в этом эпизоде
воспользоваться преимуществом. Тут, видимо, Узбаеву советуют и ноги протереть. Ну, очень устал, да, и такая своеобразная пауза возникла, остановил рефери секундомер, собственно. А первый раунд продолжится на том месте, где он остановился. Уворачивается Мелиспек от удара и сейчас неплохо пошел в атаку. Вновь прижимает Абдрахманов казахского бойца к краю октагона. Но атаковать не получается. Хорошо отрабатывает в защите Саят. Еще минуту драться бойцам в первом раунде. Довольно трудно сказать, за кем преимущество было на протяжении 4 минут. И тот, и другой показали свое мастерство. Но по последним секундам все-таки Мелиспек поактивнее. И мне кажется, он очень грамотно сделал, что надел носки перед тем, как выйти в октагон. Сейчас ему помогает скользить не так. Хотя вот здесь, в этом эпизоде, даже носки не помогли. Подскользнулся, опять упал на Бузбаева. Уже из последних сил держится. Ждут гонга бойцы. И, собственно, первый раунд заканчивается. Да, действительно интересное противостояние. Не сказать, что кто-то выигрывает за явным преимуществом. Вот так активно начинал Саят Бузбаев. Но, в свою очередь, Абдрахман Мелиспек всегда яростно отвечал. Довольно интересный эпизод. Пытался взять ногу в захват, не получилось. И здесь пошла борьба в партере. На старте первого раунда заруба была действительно мощной. Ну вот, любит внимание казахский боец. И своим поведением уже сумел заполучить персональных болельщиков. Вот тот самый эпизод, после которого раунд останавливался. Ну, собственно, попросили секундантов с октагона. Это значит, что буквально через несколько секунд второй раунд противостояния между Абдрахмановым Мелиспеком и Саятом Бузбаевым продолжится. Вот, собственно, судья объявляет второй раунд. И все, пошли, поехали. Здесь довольно странно. Саят Бузбаев показывает, что настроен на джентльменское противостояние. Но вот Мелиспек, видимо, чем-то недоволен. Сразу встречает двоечкой оппонента. Довольно интересно ведет себя казахский спортсмен. А вот напротив, Абдрахманов Мелиспек очень сконцентрированный. Вот сейчас начинают трибуны скандировать в его поддержку. Пошел в атаку Абдрахманов. Заряженный боец, вы посмотрите. Да, пока не все удары достигают цели, но в одном от одних замахов видно, что веет мощью. И сейчас несколько потерялся Бузбаев. Пытается отзащищаться. Вот два удара. Два удара по почкам. И Саят сдается. Ну и вот, собственно, добившись своего, Мелиспек Абдрахманов сразу же пошел обниматься. Бойцы в середину. Да, скорее даже по ребрам прошли эти удары, но Саят Бузбаев
сдался. Техническим нокаутом победу одержал Абдрахманов Мелисбек. Поздравляем Мелисбека Абдрахманова. Победил он действительно солидного бойца, представителя Казахстана. Рамазон Пулат. Здесь памятные сертификаты о том, что... Ассаляму алейкум, Казахстан! Давайте послушаем. Я очень рад сегодня находиться здесь. Спасибо вам за приглашение. Хочу сказать спасибо своему сопернику, чтобы он принял бой. Халпасма рахмет мен бойым, Хабулаганна. Рахмет жарыс болды бүгін. Бәріне рахмет айтқым келеді. Қазақстан, алға! Ассаламу алейкум, Кыргызстан элим, жана Акжар, айыл өкмөтүнүн элдери. Силер үчүн рахмат. Барышты бирге устан кыдырым ишип, башынан эле Абдрахман, ушундай эле биздин уулду клуб маалдарына Да, собственно, оба бойца взяли слово в свои руки и поблагодарили тех, кого нужно. И после боя уже, после того, как противостояние закончено, мы видим, что бойцы действительно...